Разрез Майорский ведет добычу угля на Бийском каменноугольном месторождении. Наше предприятие является дочерним предприятием компании Coalstar и является одним из молодых, динамично развивающихся предприятий России. Бийское месторождение – это стратегические запасы страны. Запасы разреза Майорский на этих двух участках – более 1,5 миллиардов тонн. Начали мы свою трудовую деятельность в 2016 году. Первая тонна была выдана на гора в сентябре 2016 года. По итогам 2016 года добыча составила 450 тысяч тонн. 2017 год мы закончили с показателями 1 800 000. Прошлый год закончили с показателями 3 миллиона тонн. И планы на этот 2019 год добыть 6 миллионов тонн угля. На предприятии имеется полный комплекс горно-транспортного оборудования. Экскаваторы, самосвалы, бульдозера, погрузчики. Весь экскаваторный парк разреза представлен машинами компании «Липхер» классом от 40 до 400 тонн. Экскаваторы «Липхер» у нас ведут как скрешные работы, так и занятые на добыче. Приоритетной задачей предприятия является забота об экологии Хакасии. Поэтому в задачах предприятия стоит плавный переход с дизельных экскаваторов на электрический. Программа эта запущена, две машины приобретены. Одна уже в работе, это 9200Е, вторая в монтаже, 9400Е. Дальнейшие планы по развитию участка Бийский также предусматривают приобретение электрических экскаваторов. Экскаватор R9200Е работает на передовых скрышных уступах. Машина имеет электрический привод. Тип экскаватора – это прямая лопата, позволяет более технологично отрабатывать скрышу. Емкость ковша – 12,5 кубов. Вес экскаватора – 200 тонн. Сервисная служба «Липхер» проводит гарантийные, послегарантийные ремонты оборудования. Постоянно у нас дежурят здесь. В случае каких-то вопросов они оперативно включаются в работу. При необходимости оперативно доставляются запчасти. Компания «Липхер» на сегодняшний день у нас – это наш стратегический партнер, что позволяет предприятию с уверенностью смотреть в будущее.